пухи, это уже засчитывается то, что ты с другой пухой. А он уже во время боя был со стрелами, значит, как бы, если даже он их снял, то все равно бы не засчитал очи раны. Вот так. Если пухи переодевать, то он провал. Засчитал Ачиву со стрелами с этими, то на следующем КД ханты будут ДПС больше вот все. На их канал лучше. Я тоже пошел, ладно. Принимайтесь, Мон, принимайтесь. Сделали ДФБ. Это первое ДФБ? Нет, это второе уже ДФБ. Я сейчас слева зашел. Олег, мне надо отойти минут на 15. Помнишь, я писала тебе? Да. Ты что, кикай? Я постараюсь, конечно, побыстрее. Просто это выйди с игры и все, потом не буду кикать. Сможешь я портануть Деларан? Там без разницы. Так, давайте Void Крест, Крош ТВРК. Раздавай кулаки и следи, чтобы всегда были бафы на людях. Если они умирают, это бафы. ЛТР, это ТВРК. Да, я тут. Отлично, раздавай каски. Левый раздаст щиты. Даланиэль, Калк, там добавляйте, если кто-то из паладинов втупит. Давайте за полтора часа. Ну ладно, за час 40 надо пронести. Стараться. Погнали бить трэш. Главное, отведите слуг трона, пожалуйста. Они не смотрели в один мог посмотрел. Не сагрите справа, трэш. Сова одна только. Так. Пишем в РК, на какой спик ролим. Сейчас я переведу моба, просто сагрю. А нет, уже не сагрю. Сейчас я умру, смотри.
За стенами не сбегайте, а жених или... Кто без оружия не дал про товар? Да, вот. Прячься за колонну, короче, за стенку, прячься все. Приведут там. Не агрите пока. Миллиард мобов при танке. Макс, кстати, один типа. Да, он оставайся в танке. Ну, хотя, ну и хочешь спекайся в ДД. Так, все убьем. Они там страховали. Поезд рыба. На рыбу будет ставить, у меня нету, здесь рыба. Кто-то из варов, киньте дизайн. Люциферс Гриша. Что-то это какой-то ренейм. Это ультрасука, по-моему. В обитель господина. А что ты поменял ник-то? Блин, нормальный ник был. Он расу поменял, пришлось ник поменять. Жаль, класс нельзя менять, я бы это лока поменял на креста. Давайте ставьте рыбу. Тала, нету, нету мага. Это норм классно уебищный, ну такой. Дай три сестры. Ну неудобно релить там 5 с этих бафов надо. Милиционели, ты мина, дай обмена тебе накину плюшек. ЗУДК, ты здесь? Повороте. Проснись. Да не, он фикашит, в столб смотрит. Где-то там. Да, я здесь. Повороте, я про повороте. Три седы, что ли? Или бы... Ладно, чек на пояс. Нету просто реков, один рек остался на инту. Даже падать нельзя. Он джипс поставил. Ничего, вы сможете меня перехилить сейчас? Здесь окупи реги. Да, попробуем. Ну давайте не будем падать, так и быть. Подожди, сейчас я закупаю, поставили. И закупи, пока мы убьем ребро. Блять. Не переживай. Давай. Это что, я-то себе могу бафнуть и так. Ух. Ну тебе. Тесты подъем, наверное. Ок, давай, давай критуй на 7к. Что ж, стой в звездочке. Ты ж где-то справа влево. На тебе шип кидается, нам надо перебегать. Разбить. Звездочка за морду не забегать, чтобы клюк словить. Давайте быстрее, чтобы рука чего мне сделать. Разбегаться. Знали, разбегаемся. Но я не для танков сказал. Танки не разбежались в этот момент, кстати. Да. Забывай, что это не Гера. Здесь нету шипов, просто бить. Давайте все под босса быстрее, сейчас будут шипы. Ух.
Все в одном месте были, ШП. Где второй танк? Не знаю, давай сейчас метку на него поставлю. Ну, он уже пришел. На ханте шип сейчас умрет. Стойте, пожалуйста, в лужах. Всего-навсего три хила в обычке. Или это? Да, он спик, если танка поможешь убить. Осколок. Смог ты меня перехилить? Кто в очереди пил? Счастливый на осколке. Шесть штук осталось. Кольцо на милик. Кот. Верно. Ретрик. Кроль, ретрик и сетёк. Это разглядеть источник истинной силы. Давайте на О. Вырывайте танки. Смертью храм. Ты на каком дигле? На счастливой на восьмом месте. Это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Что тебе дигли? Выберите иной путь. Дигли, ты сколько у тебя осталось осколков? Я у них 5 штук. Ой, им на ману пою, ставьте ты. Ну, теоретически он соберет сегодня шип. Так, у нас 15 секунд бафа. Что не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. То есть Леди Дистрэшн запустить? Ничего. Кай себе забав. Вы не в силах даже помыть. Он у меня две метки сразу. Что делать? Боб на него, да? Или... Лазер скин, я это первый раз, кстати, увидел в этой игре. Я тоже. Там так агрен двух. Пати лапу варум. Пак. Так, у лакаска есть. Приста баф дал, лапу есть. Тим спел, значит можно. Они, ну, если ты не в танке. Что там справа, там счастливый слева этот один. Уже, наверное, надо выйти. Сана наносит. Ты не в силах. Так, квадрат, думаю, можно слить. Так, наверное, сейчас снова трэш будет. Секунду пишет. Трэш. Шли играть в трэш. Так, луч. Рад. Тени. Это заклинание еще вольно. Пришла пора.
Ну давай, простой таун забирает босс, это не Гера. Выходы можно вести, да? Да, веди потихоньку к выходу, сэкономим пару секунд времени. Правда круто. Мели Сунели можно убить, если там вам не нравится. То предательски кидает на него вихрь. Пять стаков на БДК. Тоже сорвет первое. Вот Джиндоу. Слева, что ты не таунтишь босса? Ты же ОТ. Можешь прижать таунт. Себя. Я прижал таунт, он ушел обратно. Ладно, нет. Милики. Я милики ролим. Так, ну это Руса. Никому не нужен. Мешок ледяных сокровищ. Выпал. Почет превращения. Печ. Накалка превратим. Она сейчас клевает перед мордой, не стоит у нее тряпки всякие. Тестим, правда это или нет. Ты же падал недавно уже так. Нет. Там выписалась какая-то снежная буря. Ледяной порыв. И сын бьет кучу. Интересно. Да. Вывод можно стоять. Пис... Да? Рассекающий удар. Пару годов назад, ну или... Когда это было, вот обычку ты в прошлый раз собирал, ты точно так же упал. Я помню, просто раньше люди еще падали на какой-то ледяной фигни. В чатике писала смерть. Дыхание, что ли? Тыкните шкаф. Ну это, наверное, это ловушка, да, когда от сурка проходишь там. Там падали, да. Да и сейчас падает. Сейчас дос. Дайте босса. Так, калк. Ты превратил. Не превратишь, я в пушку спрятался. Хильте, я в пушке. Павло это превратим. Это пыря превратил. В пыря. Те же сказали. Да нет, это же СПД. Шо? Не выспался? Да не. Ты ебал же рейды, блядь, начни. Вчера танчил, пиздец. Ничего, блядь, на труп повел. Да, было круто, если бы он забагался и пришлось бы заново бить. Я как-то забагал его так.
ты доржавый. Больше прикол то, что мы десантировали сверху с комнаты. Да, да, это все нет, с прыжком войда вниз. Мак смешно бегает, да? Бегает и не особо. Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Мам, блин, попробуй кинуть истерию на пушку. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Оружейники, огонь! Корабль под обстрелом! Заклинаю! Если это не войда маг. Можно так сказать, войда маг дает дамаг. Тут закрылось какое-то противоречие. Че, там есть лоты еще у вас? Нет. Или босса, да? Чё там упало? Я лучше. Вроде СКА стоит десятка. Река кольцо. А, никого не запустили. Корхра, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. А нет, там офф. Полезная штука. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. И во славу короля Лича. А, это Крош, передай Арею бесполезную монету, которую... Танк рулит. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Да, есть у всех. Почему вы бросили? Привет, Лена. Привет. Да я нормально, не до Варанас. Да хуже, да? Они же вроде одинаковые, нет?
Ну, это когда смотришь приятные иконки. Зузу, поменяй стойку. Зузу, поменяй стойку. Зузу идет танком. Неужели ДД спит? Ну, если танки спят. Ага. Танки спят. Зузу, поменяй стойку, у тебя ледяная стойка. Танки спят. Иди его бог. Кинул бог. Он уже поменялся. Я кинул бог, можно. Зузу, поменяй стойку. Блин, забирай вас. Начинается веселье, да? Блин, забавился. Вот. Давайте. Открыл. Портал. Я начну. На ухо. Риги. Я классик на ухо льну. А ты еще кота собирал? У меня сова, сова эрдру. О, мейн сова. Колбу одень, нормальная тема, там меткости не хватает. У меня сейчас в сове 400 меткости. А, ну тогда не надо. А на холлика такой не идет плащ? О, холлика. Да. На холлик приставить? Холи представить это. Не, про холи паладина. Тебе идет весь шмот, который без духа. Ну блять. А который силы тоже идет, да? Я думаю, же ведь разбирается, где, блядь, он просто каждый рейс спрашивает, где, блядь, падает чмок с духом, он спрашивает, а это идет нахуй пава? Ну да, че, напрягает что ли? Ну, с духом не идет. Ну понятно мне, что теперь. Будешь опять повторять? Даже не знаю, поэтому спрашиваю. В чем тут? Ладно, спасу вас, дам сало этим мобам. Смотрите, как прекрасно. А теперь дам стан. Это замечательно, да? И сразу все погибли.
Ладно, еще точно. Я начну. Еще точно скандал. По-моему, пацан. Давайте с них не бегать, Владимир. Играйте в звезды. О. Так, ну давай, счастливый. Ромочек, подними, Вайн спился. Ну. Он же есть ПД, наверное, 20 кпс. Дайте. Там лужу просто. Витя, я уеду, там два моба. Быстренько. Почему ты не хилишь, Вайт? Чего не хилю? Не знаю, чего. Трэш там босса. Баффа 3 минуты 50. Привет. 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 Миш, бьем. Кого бьете? Мобов. Понятно. Это голос извини. А вы по ачивкам или нет? Забери этот свиток собаки. Thank you.
Сейчас фулбаса, дайте фулбас. Так, сейчас я подойду и можно гулять. Ты 100 баф только дай. Тролль так калечно бежит, пиздец. Лучше мне жестно. Просто давайте. Что тут ладно? Надо ничего говорить. Сбирайте почему в Мелизоне. Мелизоне большой. Большой в Мелизоне, кажется, да? Ролим, это, наверное, да, это боешка. Милик. Холипал. Кровь кому-то надо. Дайте лапу, друиды.
А сейчас слышно, ВРК? Давайте шкаф ставьте. А на гнилом было слышно? Что вам ничего не надо говорить, больше не говорил ничего. Что-то ну и то сойдет. Прохулетало, что-то сказал, потом все. Это ПРшка. Чек. Просто через подоволить тело я просил калка спикнуться в хилом. Рейнджер, соблюдайте. Блевать сейчас будем. Четыре человека блюет. Должно три. Дойди поближе к боссу. Что? Да так. Ну это золотая орда. А нет, это молодая орда. Она леди собирает. Там еще есть золотая орда. Да, в ДД иди. Хилы на ОФ, ДЦ. Ну ладно, там хули пал. Хотя... Я паучьи хватки отдам лучше. На ДЦ это лучше идет, чем на хули пала. Захиливал резку себе шмоткой. Это... Да можно с чем угодно захиливать, но профит же будет лучше для ДЦ. Это на ретрика ролим. Ретрика ДК. Тыкните, что меня самонуть, пока я бегу.
Скиньте наш столик. У нас какая-то неадекватная прыгает, смотрите. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Сейчас упадем. Алло, красного убейте. Там бомба. Клинание еще не готово. Я могу прочитать это заклинание. Олег, ты, наверное, что-то реально что-то рассказывает. Так он за этим в кухне бегает. Ну и что, блядь? Он, наверное, что-то говорит и не слышит ни хера. Не было, он уже понял, перезашел бы. Сейчас, наверное. Да. Не, я просто завтыкал, что я пью лужи. Я просто прыгаю на платформе, смотрю лужи. Я забыл, что надо лужи пить. Сейчас еще бы вас вайпнул. Стоп, дамаг, там 35 сейчас будет. Убейте, слезли сначала. А водички это не критично. Замедлил зеленого. Прям вовремя. Я, короче, предлагал это сделать ичиву. Давайте рост. Афас, заберите с меня. Иди профа сейчас. Отойдите от луж, от колб. Зачем ты на одном стаке забрался? Забрался что-то он был. Заберешь свой внутрь. Сейчас налет. Классный таунт, ребята. Хангл. Подумал, что там так танчит, таунтит.
люди. Петрики. Воеватель. Идем на лед на Валитре. Лучше умереть сейчас, чем собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Я пока не могу прочитать это заклинание. Пару минут надо отойти, надеюсь, вы не вайпнетесь. Ну если там стоять, то конечно вайпнусь. Шамана нет. Дошел бы Ахиллахилит. Давайте, кто упал, бегите.
нас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел на подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда. Не слушайте, я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом.